В этом году на ремонт детских садов Одинцовского городского округа выделено более 600 миллионов рублей. По поручению главы муниципалитета Андрея Иванова с руководителями дошкольных образовательных учреждений и родителями воспитанников проведено рабочее совещание. В ходе встречи обсудили сроки выполнения работ, а также порядок распределения детей из садов, закрытых на ремонт. Основная причина, чем это было обусловлено, это те предписания, которые были нам предъявлены Роспотребнадзором, Ростехнадзором. При этом Алексей Викторович отметил, что работы будут завершены раньше сроков, установленных муниципальным контрактом. В настоящий момент на ремонт закрыто 14 детских садов. На 2020 год уже в этом году до августа-сентября месяца мы получаем от каждого образовательного учреждения так называемые дефектные ведомости. Это тот документ, который составляет администрация образовательного учреждения. Проведение масштабных ремонтных работ в детских садах стало возможным благодаря увеличению объемов бюджетного финансирования на этот год. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».